Владимир Васильевич, куда вы вас понесли? Ну ты даешь! Ну надо ж так, а! Я уже запутался, 7, по-моему, или 6 апреля, да? Вот, открыл, не вытерпел. Не вытерпел и открыл пленэр. Рекорд поставил очередной. В прошлом году я начал пленэр 22 апреля. Вот. А в этом году начал уже сегодня. Не могу сидеть. Солнце светит. Все, я понял. Я тебя и спрашиваю. Он туда сидит. Нет. Ну, я и туда, и сюда, и везде. Ну, я разные кадры. Ты уж потом смонтируешь. Да, я смонтирую. Видео снимаю иногда. Много лишних вот этих вырезать придется. Нет, ну это ж другое дело. Это монтировать надо. Это, дорогой мой, ты что, не знаешь, что ли? Что я был заместителем директора на Восточно-Сибирской студии кинохроники. Ты слышал об этом, нет? Нет. Нет? У меня было 6 областей. Красноярск, Тула, Хакасия, Читинская область, Якутия. Вот. Ну и киносъемкой я занимался вообще-то. Вот так вот нормально, нет? Я не знаю. Вы же там видите. Нет, в смысле. Вы же там видите. В смысле, он. Я не знаю, что там видно. Я просто этой камеры же не снимаю, не знаю ее возможности. Вот как вы видите там, так? Я все понял. Так все и снимается. Ну ладно, вот самое главное во всех этих вещах лишнего не нарисовать. Что делаешь? Лишнего не нарисовать. А? Я уже тут много лишнего нарисовал. Угу. Нажимаем кнопочку. Так. Сейчас буду вас рисовать. У вас выставка, и они это, я вижу, что... Сегодня у нас все-таки 7 или 6? А? Сегодня я не знаю. Какое сегодня число? 6 или 7? 7. 7? Спасибо большое вам, девочки. Thank you.
Это я на фоне иркутского бабра. Вот такой вот у нас красавец с зелеными глазами здесь живет. Это площадь Кирова, без клумб, весной. С остатками снега, которого завтра уже не будет, наверное. Сегодня мы отмечали первый день пленэра.